Всем привет! Сегодня я хотела бы в своем видео рассказать вам о вот такой замечательной штуке, как елизаветинский воротник. Что это такое? Это некая пластина из пластмассы, да, синтетических материалов, которая по контуру шеи отстрочена тканевой прослойкой. Есть петельки. Есть липучка и есть кнопочки для дополнительной фиксации. Этот воротник диаметром по вот этому, да, если смотреть, 7,5 сантиметров. Вот здесь написано 7,5 сантиметров. Этот воротник подходит для молодых кошек, для некоторых маленьких собачек, тоже молодых, как правило, даже если это карликовые, для морских свинок и кроликов. Он достаточно удобен. Если есть возможность выбора, то всегда берите с кнопочками. Они имеют дополнительную фиксацию, так как животные, они активные, подвижные и всегда стремятся освободиться от любых отягощающих их вещах. Поэтому по возможности берите с кнопочками. Вот моего вот. Как его одеть, да? Мы берем животное, кто-то его держит. И вот таким образом закрепляем липучку и кнопочку. Все, воротник у нас одет. Если животное достаточно активное, и даже такая фиксация ему не помогает, и передними лапами оно, животное это, снимает с себя воротник, то рекомендуется вот в эти петельки продевать тесемочку, какую-то ленту или ниточку, или шнурок, и завязывать на шее. Значит, как продевается, вот берется, да, к примеру, вот такая, такой жгутик. Ну, конечно, для животного, когда будете одевать что-то помягче, это у меня для в качестве демонстрации взято. Вот, продеваем в каждую петелечку. Начинаем продевать от крайней петельки. Потому что вы будете завязывать на том же уровне, на шее животного, да, на том же уровне, где и у нас смыкается воротник сам. Значит, каким образом? Вот так вот мы продели, берем животное, кто-то его держит. Довольно-таки таким быстрым и, может быть, даже резким движением мы вот так вот одеваем, потому что животному, как правило, не нравится, они вырываются. Вот даже медведь у меня вырывается и хочет убежать от воротника, но мы ему не дадим. Так вот, мы ему не дадим. Вот мы одели на него воротничок. Я немножко его положу, потому что он не обидится. Вот. И у нас вот здесь вот шовчик идет. Здесь вот шовчик идет. И на этом же уровне мы завязываем бантик. Сначала узелок. Как проверить, насколько тугой, насколько туго завязывать? У нас должно проходить где-то примерно с ваш указательный палец. В зависимости от величины животного, это могут быть два пальца, если это собаки, да, покрупнее. На кошек примерно палец, и это достаточно. Как правило, никаких проблем не возникает. Не бойтесь там задушить или еще что-то. Значит, завязываем. Можно завязать, ну, смотрите, воротник вообще надо завязывать так, чтобы потом можно было в случае чего легко снять. Поэтому я делаю сейчас двойной узел, можно делать на двойной узел, если животное очень активно и уже снимало этот воротник. Если нет, то просто делаем бантик. Вот бантиком завязываем. У меня жгутик не очень удобный для завязывания. Вот, и бантиком завязали. Все, у нас медведь комплектован и будет ходить теперь в воротнике. Значит, для чего используется воротник? В каких целях? Первое, это после операции. Если есть какие-то швы, которые животное не должно разлезать. Практически все животные так или иначе разлизывают свои швы, поэтому очень рекомендуется. Конечно, если речь о грызунах, то тут сложно, потому что сделать, во-первых, для грызунов не производятся воротники, то есть максимальная морская свинка, да,
Для крысы, хомяка, даже для шиншиллы уже может он не подойти. То есть надо придумать самому. Из бумаги делать еще что-то. Но, как правило, любой воротник, он снимается. Особенно если это крыса, хомяк. Им практически невозможно одеть, они разгрызают эти свои швы. Единственный выход, достаточно эффективный, это использовать скобы железные, да, вместо ниток. Тогда уже их не разгрызть, и потом их снимают, когда заживает шов. Но это тоже не везде используется, не у всех есть аппарат для того, чтобы кожу скреплять скобами. Так вот, первое, да, для чего используется, это послехирургические, да, вмешательств, обработок. Второе, если есть зуд и какие-то поражения, аллергические, пиодерма, да, бактериальное воспаление кожи и какие-то другие, да, поражения кожные, которые животное не должно чесать. Вот. И еще вариант другой, это, во-первых, поражение ушей от сита, когда расчесывают уши до ушей, если воротник одет, да, животному лапы не добраться, то есть он будет скоблить по воротнику и не сможет добраться. Это тоже удобно. И если есть какие-то поражения на морде, то есть животному глаза расчесывает, какие-то ранки на мордочке, другие, да, чтобы оно не чесало, опять же, лапами ему не добраться, обо что-то тоже не почесаться. Таким образом, воротник очень удобен и не бойтесь его использовать. Еще момент. Многие владельцы боятся, что в воротнике животное не сможет есть. Нет, оно прекрасно ест. Собаки, кошки и все другие, они придумывают, как это делать. Они просто насаживаются на эту миску, ну, грубо говоря, вот так вот, да, и едят. Ну, тут у меня медведя шею не изогнуть, но в целом смысл понятен. То есть они едят и потом уходят. Миски, они же не плоские, они приподняты, да, над столом. Поэтому таким образом они прекрасно достают и до еды, и до воды, и проблем не возникает. Вот такая информация по воротникам. Если видео было для вас интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, я их очень жду. И будем прощаться. Всем пока!